Проверку пожарной безопасности проводили в связи с трагедией в Кемерово. Во всех без исключения торговых центрах и гипермаркетах города проверяющие выявили нарушения. Также пожарную безопасность нарушили драматический театр, детские развлекательные центры и увеселительные заведения на улице Западной и проспекте Ленина. В ходе проверки, которой было охвачено 29 объектов с массовым пребыванием людей, установлен факт эксплуатации объектов, отсутствие систем пожарной сигнализации и пожаротушения, загромождение эвакуационных выходов, а также закрытие дверей запасных выходов на замки, непроведение проверок работоспособности системы средств пожарной защиты, отсутствие огнетушителей, неисправности аварийного освещения и другие нарушения. Одними представлениями от прокуратуры дело не обошлось. Выписано 40 постановлений о возбуждении административных дел. В суд направлено ряд заявлений. Татьяна Балованева, Анжелика Боровинок. Наше время.